первого взгляда сложно поверить в то, что небольшие группы аферистов обчищают счета честных граждан по всей стране. Но сейчас все чаще такие банды ликвидируют, а сами киберпреступники получают за свои действия по заслугам. Чаще всего это, конечно, статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и статья 158 «Кража». Наказание может быть до 10 лет лишения свободы, если преступление совершено в составе организованной преступной группы и если совершено хищение в особо крупном размере свыше 1 миллиона рублей. Мы очень тесно сотрудничаем с представителями Сбербанка. Вот недавно нами была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы. Они украли около 60 миллионов рублей у граждан. На сегодняшний день раскрываемость преступлений против Сбербанка почти стопроцентная. А если появятся новые виды обмана, кто тогда предупредит клиентов? Важно банку донести до них эту информацию, чтобы клиент, если вдруг он столкнется со случаем мошенничества, знал, что делать. Для людей удобно, если им придет смс хотя бы одно о том, что есть такие случаи, чтобы люди были начеку. Поэтому при любых подозрениях на мошенничество не стесняйтесь. Звоните в контактный центр банка. Все рекомендации по мерам безопасности есть на официальном сайте Сбербанка России.